Это был чисто интуитивный поиск, ну, в частности, вспоминания о собственных детских переживаниях, о детских играх, военные игрушки. И вот, в частности, я в детстве часто болел, лежа в постели, играл с этими военными игрушками. Никогда не поддерживали государственную политику. Как мы можем поддерживать государственную культурную политику, если она всегда была направлена против нас? А сейчас ситуация складывается так, что мы оказываемся вот, так сказать, каким-то индикатором свободы художественной культуры, которая вдруг открылась в нашей прекрасной. И это очень странно. Я до сих пор не понимаю, как к этому относиться. Всякое историческое время реализуется особо сгущенно в каком-то конкретном пространстве. Старомосковский дворик Фурманного переулка стал местом силы нового советского искусства, сформировавшегося в конце 80-х годов. Это действительно мистический кусок пространства, в котором все, что происходило здесь, происходило как-то особенно интенсивно. И сегодня мы действительно говорим о том, что Фурманный стал историей советского искусства. Фурманный начался в мае 86-го года, 86-го, по-моему, года, с того, что удалось получить две мастерские, вот эту и наверху. Сначала у нас было только 7 человек. Потом уже ситуация абсолютно вышла под контроль, когда здесь мастерские обросли просто невероятным количеством художников. И практически впервые, наверное, за историю советского искусства сложилась такая ситуация, когда искусство развивается и формируется как бы абсолютно спонтанной такой независимой ситуацией, когда никто ни над кем не давлеет, никто никому ничего не говорит, что делать. И все развивается абсолютно свободно, вот как вот есть, так и есть. Thank you.
если в Москве было такое понятие, как андеграунд, то в Киеве его физически не могло существовать. Ситуация на Украине, то есть в Киеве, не подразумевала хотя бы двух дверей. То есть так или иначе все должны были срастись с официальной культурой. То есть, дверь была одна. Либо ты в нее входишь, так или иначе, сгорбившись с головой на 360 градусов, либо ты не существуешь вообще. Начало процесс придуманного нами нового вида борьбы, который перерос в художественное противостояние. Мы противостоим всему, природе, ветру, социальной действительности, точной жизни до нас, точной ситуации после нас, точной ситуации внутри нас самих. И мы получаем от этого удовольствие, возводя в художественную степень момент упора действительно с реальностью, когда реальность и противодействие ей превращается в художественный объект. Стройка до художественной жизни действительно докатилась, ну как, полтора-два года назад. Поколение вот молодых художников, которые сейчас работают на Фурманом, очень разные художники, очень разные люди, понимаете? И часть из них, как раз не та часть, как вот бывшие мухоморы, они все-таки получили какой-то очень сильный опыт такого подпольного существования. Вот. Но большая часть – это совершеннейшая молодежь. Они только сейчас, когда им как бы разрешили так, если в 60-е, 70-е и начало 80-х годов таким искусством занимались, ну, по существу несколько, ну, примерно 20 человек. Потому что это было не престижно, невыгодно и опасно. А, значит, вот со времен, так сказать, вот последние два года это стало престижно, выгодно и не опасно. Решили назвать себя, нас тогда было пятеро, помочь. Нет, ну это, в общем, был такой агрессивный жест. В это время было очень много агрессии, как бы, даже не
всему, и к искусству, и к действительности, ко всему абсолютно. И мухоморов было такое слово, так сказать, ядовитый гриб, который, в общем, можно умереть. Так всегда обозвали. Тогда просто как бы общество нас как бы всех спрессовывало в одну книгу. В 84-м. Произошло за обыск у меня, у Никиты, мы там рядом. Женин, вот две работы, портрет Сахарова из сахара и портрет Солженицына из соли. И они изъяли, даже не написав такое, что они изъяли, поэтому знали, что не осталось даже фотографии. Радишь, хочешь, чтобы наша страна хоть кому-то... Это как бы устал, граф устал. Тебя догоняют, не догоняют. Без КГБ это искусство не имеет. Неинтересно, совершенно. У них там просто деньги как-то доминировали в этом вопросе, а у нас КГБ доминировало. Но сейчас как бы КГБ немножко ушло в сторонку, а деньги еще не заняли того полагающего места. Я в своем жанре, по мере своих возможностей, пытаюсь понять, осознать, каким-то образом подать именно советскую цивилизацию и ее место, ее отношение к цивилизации западной, вообще к мировому контексту. Товарищи, в июле 88 года я выдвинул себя первым независимым, свободным кандидатом в президенты СССР. Я не нуждаюсь ни в какой группе поддержки. Мне не нужна никакая партия. Мне будет все равно, будут ли голосовать за или против, будет ли вообще голосование. Мне все равно, как относитесь вы, серьезно или же смеетесь над этим поступком. Для меня важен сам факт такого выступления. Для меня важен сам поступок, поступок гражданина. Единственным конкурентом своим я считаю Михаила Сергеевича Горбачева, ибо он тоже такой же кандидат, как и я, ибо место президента СССР пока что не занято. Русским искусством всегда было свойственно признаться этического начала над эстетическим. Я имею в виду традицию, идущую еще от иконописи 19 века. Авангард тоже, конечно, русский, начало века. Вот. И мне кажется, основная
бы трагедия этого искусства, это полное пренебрежение как бы эстетическим, пластическим началом. Размышляя о характере современного художественного процесса, размышляя о логике распада того очень специфического социокультурного организма, каким являлось советское андеграундное искусство, я пришел к тому, что видимость в данный момент должно реабилитироваться, актуализироваться в категории прекрасного. И вот эту новую ситуацию, это новое умонастроение, попытка преодолеть устоявшуюся эстетику мусора, поэтику каждодневности, апологию банального. То есть все то, что очень долго находилось в центре внимания московской художественной традиции. Вот именно этому, в конечном счете, я решил посвятить эту работу. Thank you.
Скажите, а что занимает сейчас больше вашу душу? Работа в галерее или... Ой, вы знаете, я все время мечусь как бы между мастерской и галереей. Я не знаю, что для меня важно. Пока. То есть сама галерейная деятельность оказалась для вас тоже своего рода искусством? Да, это в принципе это искусство, да. Там проекты организовывать, контакт с людьми, общение. Настоящее искусство. А вот это как бы, ну, я считаю, что вообще как бы вот искусство и галерейная система, и вот этот арт-рынок, это... В принципе, это все основано, как бы люди хотят общаться, как бы общение, на самом деле. Это все дело сделано, мне так кажется, ради общения. Все это? Да. То есть фактически ради сегодняшнего дня? Да, да. Вы недовольны? Да. Нравится шить, и потом пришла просто какую-то вот такую вот скульптуру. А это смешно, потому что такие страшные как бы, вещи превратить в мягкое, такое размягченное. Встреча в Москве была года, наверное, 4 назад. Угу. И с тех пор вы живете здесь и, по-моему, приезжали только один раз в один короткий срок. Чем отличается для вас ситуация сейчас, когда вы живете и работаете практически на Западе от того, как вы жили в Москве? Ну, она в сущности очень простая, потому что как бы есть предложение всевозможных разных выставок, и я просто делаю эти выставки, реализую эти проекты, которые у меня были, и они в зависимости от пространства. Стала ли ваша жизнь в новых условиях более полной и, может быть, более интенсивной? Я бы сказал так, что она стала в том смысле, что ее совершенно не стало никаким образом. То есть я в детстве, опять-таки, в интернате, когда я жил в школе, я помню одно только ощущение, что когда я рисовал, и рисовал что-то, то, что мне приходило воображение, я жил подлинной жизнью. А все, что окружало меня в интернате, этот голод, это избивание, антисемитское или просто нормальное избиение. Вообще все это воспринималось как жизнь. Жизнь — это то, что по возможности нужно как бы сократить, преодолеть, если можно, вычеркнуть. А зона рисования, вот присутствие в этой собственной фантазии, которую нужно как можно больше заниматься и увеличивать.
И таким образом у меня заведомо было сложилось уже понимание существования как увеличение вот этой меры фантазии за счет сокращения жизни. И сейчас, в сущности, достигнуто почти полное. Я совершенно не живу. У меня нет ничего. У меня есть пара, я не знаю чего, ботинок, рубашек. Но у меня нет ничего. Я счастлив, потому что я ничем не связан. Никакой житейской ситуации. Мне ничего не надо. И с другой стороны, я полностью включен как машинист. Вот, выставочная деятельность. И я переползаю с выставочной виски. То есть вся моя голова и каждый день забита реализацией. То есть я живу в мире своей фантазии и совершенно выключен из мира реальности. Это потому еще, что когда я живу за границей все время, это особенно способствует жизни фантазии, потому что ты не понимаешь ни ментальность, ни тех стран, где ты перемещаешься, ни прикреплен ни к одной территории. Все они для тебя одинаково, одинаково экзотичные и одинаково посторонние. И таким образом вся земная, как сказать, вот, постоянная жизнь превращена в некоторые такой случайные на улице, переход из одной стороны улицы в другую. Ну, можете сказать, что вы счастливы? Да, конечно, вполне, да, да. Я счастлив, потому что я не живу. Самое страшное – это жить на свете. Дмитрий Александрович, вы живете в Германии уже почти год? Не кажется ли вам, что между ситуацией, которая была в культурной жизни в России в 20-е годы, когда был взрыв авангарда, между ситуацией хрущевской весны, когда также возникла новая генерация художников и появились новые перспективы для русской культуры, и тем, что случилось за последние 5 лет в эпоху перестройки, есть некоторое сходство? Русский процесс развития культурной такой общественной жизни представляет последование сезонов. Весна, значит, лето, осень, зима. И все процессы, которые сейчас происходят вот в данном период, могут напомнить действительно период какой-то поздней осени. Все черты как бы сворачивания вот этого летнего процесса. А, собственно говоря, что за этим следует, нам известно. Приходит зима, холод вырубает всех летних жителей. А все вот эти художники, которые были андерграундом, высунулись наружу, значит, стали, оказались в какой-то мере даже, ну, символами этого процесса перестроечного. Естественно, как бы они первые бросаются в глаза, и, собственно говоря, если даже не по необходимости, то хотя бы для примера очень, как бы, весьма удобно именно их объявить врагами, либо их выслать, либо, ну, дело в том, что большинство из них как бы уже вот объективными этими ситуациями, то ли они предвидели, то ли что, и оказались уже за рубежом. Это в какой-то мере, конечно, везение их, но я думаю, это взаимное все-таки огромное невезение как русской культуры, так и этих художников. Пардон.
пчелиный улей. Здесь все же живет, кипит. Поле сейчас настолько мощное, что, наверное, оно еще будет иметь какую-то инерцию даже тогда, когда этого туманного не будет. Агитует, мы не представляем какое-то специальное направление в искусстве или течение. Просто на всех выставках мы будем висеть вместе, рядом на одной стенке. И вот самый как бы разгар этой вот репутации этого места был такой, что я знаю, что в экспортном салоне на Полянке какой-то иностранец спрашивал художника Фурманова, просил ему показать. Сложно жить, потому что большое количество народа, здесь около 50 художников. И это похоже скорее на такую маленькую деревню,
где все друг друга знают, и стоит только выйти на улицу, как постоянно встречаешь знакомых и друзей. И с одной стороны, это тяжело, потому что целый день звонки, целый день беготня, кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то пьет чай, кто-то хочет поговорить, какие-то вопросы. Но с другой стороны, конечно, без этого общения очень жить тяжело. Это дает и творческий заряд, и, в общем-то, и общение с людьми всегда, это как бы положительный момент тоже в этом есть. As for Formani itself, it certainly seems to me that many of the most interesting artists in Moscow are here. I think people come from the West, they have this address now as a sort of glittering notion, we will find everything there. And so everyone comes here in hopes of being discovered. And there's a sense of all of these peculiar and inexplicable characters at the periphery. The most frequently heard comment this year in Formani seems to be, his work may be interesting to some people, but I don't like it. His work is not interesting for me. There's a certain sense of affection among the people who've been here for a long time and of discomfort among the people who are newly arrived. And I think that's sad, and I think that has very much to do with the West. I think it's almost automatic now that an artist who is able to find a studio here will have a steady influx of critics and curators and collectors who will sort of automatically come here and who will be going up the stairs and will say, and what's behind that door to whoever has brought them. And they will go in and see whatever is going on. На самом деле меня все тревожит. Я болею этими вещами. Это мое постоянное восприятие окружающей жизни. Это вот такая русская действительность. Это постоянный мат, это драки, это грязь какая-то. Ну, то, в чем мы живем. Какая-то недостача, агрессивность постоянная. Вот. Но это у меня накладывается на вот наш такой российский идеальный план. Вот я как русский человек, я живу этими просторами, какими-то избушками. Я очень много по стране ездил, вот, пока в молодежном объединении создавался. Вот. И, в общем, это искренне люблю на самом-то деле. Жизнь под прессом смерти. Это как бы формирует психологию нового доказанства. Эта ситуация бурного культурного развития, она в какой-то степени дублирует формирование культуры модерна с его предчувствием надвигающихся катастроф и вообще конца этой культуры. Thank you.
Вот меня интересует в русской истории перманентность трагичной ситуации, которая возникла раз и навсегда и остается до сих пор. Вот такое впечатление, что над нашей страной когда-то был повешен топор, и он висит над нами. И вот нам остается только вот водить шеи вот в разные стороны и ждать, когда же он на нашу шею упадет. От нас долгое время все ждали героями. И мы настолько стали в этом большим виртуозами, что в результате мы не можем не сказать ничего серьезного. Нас все отрефлектирует. Еще 5 лет назад мы задавались вопрос, можем ли мы делать трагедию. А трагедию мы делать не можем. А трагедия вокруг. Трагедия происходит каждый день. Более того, то, что мы занимались, это мы как бы придумывали мифы. Вот. А сейчас почти все мифы, которые мы придумали, они реализовали. Мы выезжаем на запад, у нас выставки, у нас там ребеночек замечается, все замечательно, все хорошо. Мы думаем о том, как мы будем там привозить какие-то подарки, каталоги. И вдруг мы включаем радио, ну просто, между прочим, нам сообщают, что в Литве стреляют в бригитанки, дикое количество визитов, что на самом деле поменялось очень то, чего мы ждали. И вдруг оказалось, что мы к этому абсолютно не готовы. То есть ехать обратно страшно, но вроде нужно. И мы оказываемся отрезанными от всего, что мы там оставили. Это было в январе. Потом это ушло. Русские считали себя самыми лучшими на свете, а сейчас считают себя самыми худшими на свете. Это страшно, потому что художнику необходима великая страна. Если Россия осознает себя провинцией, это будет конец для русского искусства. Боитесь, что в России, которая всегда сама себя разрушала, что вы вернетесь назад и опять будете биты. Не за картины, не за ваше искусство, а просто за то, что высунулись. Ведь не любят в России высовывающихся. Правильно, тогда будут бить не только художников, многих, всех, кто высунулся. Сейчас много народу высунулось. Всему голову отрывают. Тем, кто останется в Союзе. Это может случиться. Это как раз одна из таких возможных перспектив. Во всех моих работах существует как бы одна константа. Ну, существуют эти три Рима. Ну, как бы бог с ними. Но кроме них существует проблема четвертого Рима, вот этого Небесного Иерусалима. В принципе, такое ностальгическое желание постоянно как бы вот достигнуть вот этого предела, вот этого четвертого Рима. По-английски пословица сказать, мой дом – моя крепость, а мой дом – это просто мое сознание. И это действительно достаточно мощное укрепление, за которое можно отсидеться в любую
любой непогоды против любого неприятеля. Большая часть моей сознательной жизни прошла в России. Вот. И то глубокое чувство страха, которое присутствует в каждом советском человеке, от него невозможно просто избавиться. И комфортно себя чувствуешь только с людьми, которые имеют это чувство. Здесь знаешь, что никто не ворвет, никто не, там, действительно не сломает дверь в мастерской, никто на улице не стукнет тебя по голове и так далее, и так далее. Здесь действительно отсутствует чувство такого животного страха, которое присутствует постоянно в России. Но это достаточно сложный вопрос, чтобы описать, почему меня туда тянет. Когда мы сидим в России, мы ругаем ее и хвалим Запад. Когда мы приезжаем на Запад, мы ругаем Запад и хвалим Россию. Знаете, как ты смотришь? Жизнь сложная.